Как сделать снежинку из бумаги для украшения на Новый год комнаты или окна? Возьмите ножницы, простой карандаш и бумагу, например, А4. Загните нижний угол к верхней стороне по диагонали. И сделайте складку. По этой линии отрежьте полоску. Отодвиньте полоску в сторону и раскройте треугольник. Складка на квадрате должна идти с левого верхнего угла до правого нижнего. Согните пополам по горизонтали. Загните левый нижний угол кверху, но складку пока не делайте. Сделайте, чтобы эти два маленьких угла на глазок были одинаковыми, и только после этого сделайте складку. Видите, эти два угла мы должны сделать равными друг другу. Если не идеально выровняли, то не переживайте. Снежинка получится, хотя и не совсем идеальная. После этого загните правую нижнюю сторону. Смогли сделать так? Согните заготовку по центру. По этой линии отрежьте. Два уголка направьте в правую сторону, а складку влево. Возьмите карандаш. Нарисуйте линию слева. Сначала рисуйте, легонько нажимая карандаш. Нарисуйте косую линию справа. Нарисуйте чуть выше полоску параллельно косой линии. Нарисуйте еще одну полоску. И еще одну. Завершите рисовать полоску снизу. Обведите контуры, и у вас должен получиться такой рисунок. Вырезайте по нарисованным линиям. Раскройте заготовку. Если у вас что-то не получилось, то повторите делать снежинку заново, пока у вас не получится такая снежинка, как у меня. Подписывайтесь на канал Оригами Не Только, если еще не подписались. И до встречи в следующих видео.